И пока готовится следующая группа, кто знает, какая группа у нас играет дальше? Группа Artificial. Что вы знаете об этой группе? На самом деле группа уже достаточно долго играет, с 2007 года. Но у них очень интересный стиль. Они играют в стиле, ну можно это назвать, кибер, хардкор, джем и прочее. То есть ребята играют с электронным ударом. И я считаю это очень круто, по крайней мере. Все верно, да. Все знают, что барабанщики еще те. Такой смотрит на тебя, и тут он говорит, а слышит, это Хоакин Феникс, а твой взгляд таким ты пошел. На самом деле круто. Знаете, никто до конца не может понять, я Джокер или Бокер. Ты слышал, что Бокер это потеря. Я уверен, что... Кстати, кто был на их концерте? Мне кажется, никто даже не знает. Да полку и жопу-то по-любому кто-нибудь знает. Мы старые, вонючие деды, которые знаем, как все остальные. Они по Хофманите угорают. А кто знает Хофманиту? Кто фанат Хофманиты? Поднимите его. Я не дрочу на нее. Да я тоже, боюсь признаться. Сливочное масло, ваш друг, запомните всегда. Кстати, сейчас вам расскажу очень крутую шутку про масло. Я надеюсь, меня после этого не забанят. Однажды мне мой знакомый рассказал, что у него была встреча с девушкой на все дела, и под рукой не оказалось абсолютно никакого масла, и он использовал для этого рыбий жир. Еще раз, два. Ну, как минимум, понять стало меньше. Блять, если вы начали с двух барабанщиков, то обязательно сделайте. Ну что ж, что это? Товарищ режиссер, дайте, пожалуйста, звук с там. Группа Artificial, встречайте! Большой сам.
Отлично! Следующая телега, короче, о том, что мы знаем, что с вами, блядь, все стареем. Рано или поздно, блядь, поиграл сам уже пердун, пиздец, блядь, рассыпаясь на ходу просто. Мы становимся, сука, скучными, когда взрослеем. Это хуёвое тело. Здесь и сейчас! Да! Yeah!
Заслу.
Отлично, спасибо за поддержку! Дива, на сцену, ёпкую мать! Была такая группа в Кемерово, кроссовер Suicide Fingers, вот кто знает. Йоу-йоу, чуваки, давайте нахуй разъёбайте! Это наш последний трек на сегодня, с нами его споёт автор оригинала. Yeah.
Орион. Встречайте после нас. Thank you.